Этот закон не будет принят завтра, что этот закон не изменит жизнь 1 июля, что у нас есть время и возможность работать над этим законом. Я уж немножко отвлекусь, потому что все законы федеральные, все проекты федеральных законов, которые к нам приходят, мы можем только сказать, поддерживаем мы его или не поддерживаем. В этой ситуации у нас есть и возможность, и необходимость вносить туда изменения, и готовить эти изменения. Мы тоже сегодня приняли концептуальное решение о том, что мы поддерживаем усилия правительства с точки зрения вот этих вопросов стабилизации и повышения пенсий. Но мы готовы и призываем всех сегодня включиться в эту работу.